3. Давайте-ка скорее посмотрим, кто же там. О, какой прекрасный малыш, друзья. Такой маленький, такой лапочка. Том, это ты? Не бойся, вылази уже скорее. Всем привет, друзья, вы на канале Ушастик Kids. Давайте-ка посмотрим, что же умеет делать этот малыш. Нужно его немножечко погладить. Опа! Ну вот, достали его из коробки. Ой, я его уронила, ребята, ты цел, малыш? Какой он веселый. Ты голодный? Сейчас мы его покормим. Ребята, а вам понравился малыш Том? Если да, напишите цифру 2. А что тут у тебя вкусность? Морковка? Коты едят морковку? Сейчас проверим. А ну, открывай ротик скорее. Оп! Ух ты, да ты прожора у нас. Ой-ой-ой, ой, что случилось? Что? Что? Ты хочешь туалет? Ой, прости. Скорее. Вот такой у нас забавный малыш. А это кто? Что это за желейная мышка? Или хомячок? Вы видели? Или мне показалось? Том, ты кого-нибудь видел? Что, уже спать хочет? Такой маленький. Залази скорее. Ой. Залази скорее спать. Вот так. Какая у тебя красивая спальня. Выкладывайся поудобнее. Сейчас подождем, пока он немножечко отдохнет. Так, дайте имя котенку, а мы будем звать его Томом. Ой, а вот и наш маленький грызун желейный. Ты чего творишь, хомячок? Ой, ребята, наш котик Том перешел на самый первый уровень, на второй уже. Так, и у нас появился какой-то самолетик. Эй, хомячок, ты что, хочешь полетать? Так, ой, куда-то мы летим. Вау, смотрите, да здесь настоящая волшебная страна. Так, 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 тут нам приготовили сюрприз. Что же в этой тропической коробке? Открываем. Да здесь наклейки. Смотрите, какие классные. А что здесь? Монетки. А тут звездочки. Так, ну а это что? Какая-то серебряная или платиновая наклейка. Открываем. У нас появился новый купальник с рыбками. Какая прелесть. Так, попробуем. Попробуем его одеть. Для этого заглянем в нашу гардеробную. И вот такой купальничек есть у нас. Отлично, Том. Теперь мы тебя нарядили. Такой классный малыш. Кстати, как вам новая комната гардеробная Тома? По-моему, очень прикольно. Так, друзья, наш малыш проснулся. Эй, хомячок, как тебя зовут? А давайте придумаем какое-нибудь смешное имя для хомячка. Может быть, назовем его Желейка или Пузырик? А назову-ка этого хомячка Пузырик. Он мне так нравится. Ой-ой-ой. Том, пойдем-ка посмотрим, что у тебя есть покушать. Ой, ой-ой-ой, стоп. Кажется, кто-то у нас запачкался. Какой грязный и кругом мухи. Залази-ка скорее в ванну, Том. Ого, сколько тут у тебя разного мыла. Сейчас напеним тебя всеми цветами. И нашего пузырика-хомячка искупаем. Вот тебе. Вы видели? Он съел мыло. Бедный хомячок. Так, Том, мы про тебя совсем забыли. Пока Том купался, он простудился. Вы только посмотрите, у него насморок. Том, нам срочно нужно тебя полечить. Как же нам это сделать? Так, а вот она, наша аптечка. Смотрите, что здесь есть. Вот такая ладошка. Укольчик даже есть. Ты подставляешь попу. Ой! Вы это видели? Мы сделали нашему котику Тому укольчик. Вот это да. Ладно, теперь пойдем покушаем. Я знаю, ты проголодался. Одно яблочко твоему другу хомячку. Ух ты, наш пузырик стал зеленым. А перчик для тебя, Том. Бедный Том, вы это видели? Перчик оказался очень острым. Так, а что это у нас тут в холодильнике? Ого, смотрите, сколько всего есть. Купим нам вкусный инжир. Можно купить перец, сырок. Ого, тут у нас есть еще арбузики, мороженое. Вау, какие вкусные десерты. Моя любимая клубника даже есть. А тут что? Ничего себе, желейный тортик.
А тут волшебное зелье. Можно стать взрослым котом, голодным, утолить все нужды, стать снова маленьким и зелье энергии. Так, давайте-ка купим еще немножко яблочек и морковки. И покормим наших пушистиков. Кушай скорее, Том. Кстати, друзья, в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветиков от канала Ушастик Kids. Приветы будут в самом конце. Так что не пропусти. О, кто тут расстроился? Пузырик, на тебе. Вот этот жир, попробуй. Ух ты, наш пузырик стал сиреневым. Смотрите, какой он классный. Ой! О, Том, ты чего там делаешь? Такой смешной. Так, мы что-то тут забыли. Мы что, тебя не докупали? Так, давай, помоем тебе еще. Или тут можно у тебя зубки почистить. Сейчас посмотрим, что умеет наш новый питомец Том. Ребята, а вам какая часть Тома нравится, старая или новая? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, и все, кто ждет серию про кошечку Анжелу, пишите Анжелу в комментариях. Ой-ой-ой, кажется, кто-то умеет пускать пузырики. Да ладно тебе, Том, ты такой смешной. Ой, пузырик наш, хомячок-пузырик, ты чего? Так, Том, давай посмотрим, что мы забыли. Что тут еще можно тебе сделать? Может быть, тебе нужно ванну? Ой, ой, что там происходит? Том, ты такой смешной. Вау, ребята, нам плюс 1500 очков. И мы можем совершить путешествие. Пойдемте-ка посмотрим, куда мы полетим в этот раз. Ой, кажется, я закинула Тома далековато. Мы полетели, полетели. Ой, смотрите, сколько корзиночек. Тут вообще будет волшебный мир. Будет очень интересно. Мы даже попадем в замок кошечки Анжели. Ребята, будет здорово. Так, еще один подарок. Ну и что здесь? Здесь снова новые карточки. Новая еда. А тут что нам? Монеток, 5000 монет. Так, звездочки. А здесь что? Новые глаза для котика Тома. Отлично! Вот такие у нас карточки попались. Так, Том, тебе что, нужно немножечко отдохнуть? Ну, ложись в кроватку. Немножечко отдохни. Ой, какой Соня! Ух ты, смотрите, ему снится сон про кошечку Анжелу, робота и Тома. Вы знаете, что это за сон? Тик-так, Том уснул. Том, просыпайся уже скорее, там для тебя новая одежда в гардеробе. Сейчас пойдем мерить. Ну а что, ты там отдохнул, малыш? Надо купить ему зелье. Все, подъем, хватит спать. Так, слушай, вылази скорее с твоей кроватки. Давай посмотрим, что мы тут можем делать. Вау, смотрите, тут мы еще ремонт сможем делать. Можем купить ему вот такие кроватки. Ничего себе, какая классная. Кровать из желе, классическая кроватка, а здесь что? Вот такой коврик можем взять, коврик-книга, коврик, ух ты, коврик-леденец, ничего себе, а шкаф тут какой есть. Вот такая классная мебель может быть у нашего котика Тома. Так, а ну, какие обои красивые, ничего себе, да, ребята, будет здорово в этой игре. Давай-ка заглянем в гардероб. У тебя тут появились новые карие глаза. Так, ого! Ничего себе! Так, пока купим голубые глазки. Даже есть кепка? Пират? Серьезно? Ух ты, какая прическа! Шляпка соломенная, Том король, шапка с перышком, прическа феи. Да, тут совсем здорово все. Так, ладно, давай-ка я тебе шоколадные ушки, шляпка из печенья. Ух ты! Так, покупаем Тому кепку. Смотрите, как он радуется. Здорово. Ух ты, даже можем тебе очки купить. Ну, давай купим. У нас там монетки еще остались. Купальный костюм, королевский наряд нам пока еще недоступен. Ух ты, мы можем менять шерсть котику. Ух ты, как здорово. Вот это да. Да, друзья, здесь много чего интересного. Слушай, мы с тобой уже можем полетать. И пузырика возьмем. Да-да, пузырик. Ой, Том. Какой веселый. Нам доступен еще один полет. Ну, полетаем. Опа, полетели. Полетели за новыми покупками. Еще одна корзиночка. А что же в ней?
Ух ты, открывай поскорее. И что тут? Новые фрукты. Отлично. Монетки. Звездочки. И... Вау, песчаный пляж у нас открылся. Что это такое? Ага, у нас доступно новые. Что это такое? А, вот так. Опа, у нас теперь вместо пола песчаный пляж в спальне. Том, смотри, как здорово. Ой, смотрите, наш котик Том умеет летать, прям как птичка. Такой забавный, правда, наш малыш? Так, кажется, ему пора в туалет. Нет, искупаться, может быть? Хорошо, давай-ка тебя напеню. Ой, купим новое зеленое мыло. Ух ты, какое оно... На, держи! Хоп, пузырик его скушал. Ой-ой-ой. Так, давай купаться. Отлично, душ мы приняли. Пойдем-ка покушаем. Держи, тебе яблочко, а тебе инжир. Ух ты, наш пузырик снова стал зеленым. А что-то у нас в холодильнике еще есть вкусненького. Купим для тебя сыр, Том. Сыр ты еще не пробовал. Возьмем немножко сыра, яблок. Так, мы купили полную корзину продуктов. И еще немножко перчика. А что будет, если мы острый перчик дадим нашему пузырику-хомячку? Фу! Ой, Надя же скорее яблоко. Фух, бедный наш хомячок. Тебе на перчик. Будешь перчик? Ой-ой-ой-ой, а вот это да. На-ка лучше сыр скушай. Наелся? И ты голодный, пузырик, держи еще скорее. Так, а что тут на кухне мы можем купить интересного? Ух ты! Ой, смотрите, мы можем купить новый столик. Покупаем. А холодильник? Вот такой холодильник у нас есть. Ничего себе! Какая прикольная мебель. Ну а кухня какая? Бамбуковая? Вау, волшебный буфет. Как здорово! Столько всего нового нас ждет в этой игре. Так, а что же у нас на террасе, Том? Так, 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 а ну давай посмотрим. Ух ты, мы даже можем поменять вид из окна на нашу террасу. Можем сделать новый домик. А что здесь в сундучке? Ух ты, мы можем с тобой поиграть. Покачаем нашего малыша Тома. Такой забавный, правда? Опа, раскачай-ка. А куда делся наш пузырик? Наверное, пошел немножечко вздремнуть, но стал. Так, а что тут у нас еще есть? Ой, Том, можем поиграть в баскетбол. Том, давай целься. Я что-то не могу попасть. А ну еще. Вот, 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 вот. Бросай, бросай. Так, бросаем еще. Ура! Первый гол есть. Колесо передвинулось. Ура! Два гола забили. Так. Вот такой баскетбол у нас есть. Вау, батутик! Можем попрыгать с нашим Томом. А ну-ка, давай еще. Вот так, здорово, ничего себе. Давай, 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 давай. Опа! Повеселее, ух ты! Классный батут. Опа! Еще выше давай. Ух ты, ничего себе. Том такой озорной. Ой! Кажется, я забыла подставить. Ладно, а ну, а это что? Ух ты! Ой! Ой-ой-ой! Бей! Бей! Ой! Наш малыш еще не научился боксировать. Бей! Бей! Ой! Вставай, Том! Давай-ка еще разок. Еще ее! Еще! Так, попробуй, попробуй еще разок. Вставай, а ну! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот такая у нас смешная груша. И качели. Прикольно! Здорово, можно поиграть? Отлично. Раскачаемся посильнее. Ух ты. Так, ну ладно. Пузырик, а давай-ка посмотрим, во что может играть наш котик Том. Что тут у него есть за игры? Том Купидон? А, что-то похоже на Вормакс. Прикольно, три в ряд. Ничего себе, супер шарики. А давайте посмотрим, что это за игра Том Купидон. Раунд первый. Ну, помчались. Так, и что здесь нужно делать? Так, пока непонятно. Кидаем стрелы. Вот так. Мы перешли на третий раунд. Так, так, так. И
Ой, минус одна жизнь, нам нельзя в стрелки попадать. Ну, в принципе, очень простая игра. Вот так наше колесико крутится. Отлично. Раунд пятый. Колесо крутится еще быстрее, Тон. Так, мы попали. Вот так. Отлично. Сколько у нас? 7 стрел. Так, отлично, отлично, отлично. Ой, еще одна жизнь потеряна. Так, а ну давай попробуем еще разок. Здесь колесо сразу крутится в другую сторону после выстрела. О, нет, это была последняя жизнь. Так, загружается наша игра. И вот, а мы с хомячком играем. Взяли какие-то самолетики. Ой, а это кто? Ой-ой-ой, мы в кого-то врезались. Так, отлично, мы там, кажется, полетать можем. Так, космические следы, кстати, игра называется. Вот так кушаем такие вкусные печеньки. Давай-давай, вот так, прикольно. Ой, кто-то хочет нас убить. Нет-нет-нет-нет. Так, мой Том на 76-м месте. Какая прикольная игра. Правда, напоминает Вормакс. Ой, смотрите, сколько еды. Червячок врезался. Ой, самолетик. Отлично. Наш котик Том уже большой. Червячок. Ой, а это что за самолетики? Пока не знаю, что нам дают эти бонусы. Ого, какой тут огромный червяк. Ух ты, ничего себе. Вау, смотрите, сколько еды. Мы сейчас очень-очень вырастем. Давай-ка, Том, подкрепимся. Том-червяк в космическом путешествии. Так, 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 сколько тут ватрушечек. И еще есть самолетик. Мы можем с вами вот так побыстрее. Ой, давайте скушаем этого червяка. Ой, нет-нет-нет, он от нас уходит. Хотела скушать вот этого маленького червячка. Опа, можно его съесть. Вот так, мы сбили червячка. А это кто здесь ползет? Ого, какой огромный червяк, тоже сиреневым цветом, как и мы. Ого, целых 3 самолетика. Еще берем. Вау, как прикольно, друзья. Очень классные мини-игры у этого малыша Тома. Так, ой, а это у нас была граница. Ну вот, мы поставили новый рекорд. Прикольные очень игры. Ой, кажется, наш малыш Том немножко устал. А что это за колесо? Ага, мы можем его иногда покрутить. Так, кажется, нашему Тому нужно в ванную комнату. Скоро мы перейдем на следующий уровень, друзья. Ты засыпаешь? Пойдем, я уложу тебя в кроватку. Посиди немножко, а я тут передам приветики Настюше Бахонской. Сегодня получает самый первый пушистый привет от котика Тома. Катюша Кузьмина, Ангелина Малеева получает привет. И 4-й Б-класс города Кыштам. Большой вам приветик, друзья. Надеюсь, город прочитала правильно. Катя и Анна Драбкины тоже получают привет от котика Тома. Привет у нас летит для Киры Старовой, а также приветик для Элины Микаровой, Насти Ивановой, Саши Родионовой большой приветик, Вале Гавриловой летит приветик, Насте Капли, Софии Василенко пушистый привет прилетает, Дарина Близнюк, также лови пушистый-пушистый приветик, Анечка Хомякова и Эвелина Мелешкина. Приветик для Диаса у нас есть и для Дарьи Шевченко, конечно. Карина получает привет, а также Андрей Ковальчук. Привет летит для Евы Ефимовой, Алины Улановой, Миланы Козловской большой пушистый приветик, Софии Чуриной, Ульяночке и первому В-классу школы номер 6. Огромнейший привет! Друзьям, спасибо, что смотрите канал Ушастик Kids. Ну а наш малыш вместе со своим хомячком в обнимочку легли спать. Если вам понравилась эта серия, ставьте ваши лайки и смотрите канал Ушастик Kids каждый день самыми первыми. А у меня все.